Здравствуйте, всем привет, меня зовут Мария. Ранее мы с вами знакомились, расклады на Таро делала для вас. Кому интересны расклады, пишите в личные сообщения. А сегодня мы запускаем новую рубрику «Уход за кожей с помощью натуральных средств». Каждый день я постараюсь вам скидывать новые видео со своими авторскими рецептами. А сегодня я вам расскажу о таком прекрасном ингредиенте, как натуральный домашний уксус. Данный уксус у меня из шаманской лаборатории «Алхимия», который делает Алгиз Старосвет, прекрасный мастер своего дела, из домашних ингредиентов, домашних яблок и домашнего винограда в пропорции 1:1. Стоит пол-литра всего 200 рублей и хватит нам очень даже надолго. Расскажу сегодня о трех рецептах. Первый рецепт у нас для ощелачивания организма. Мы берем стакан воды и 2 столовые ложки уксуса. Натощак мы их пьем, и при регулярном использовании мы очищаем свой организм, ощелачиваем. Второй рецепт — мы концентрированный уксус втираем в проблемные целлюлитные части тела и обматываем себя пищевой пленкой, оставляем на 15 минут, далее смываем, как обычно, с гелем или мылом, и при регулярном использовании мы достигаем эффекта избавления от целлюлита. И третий рецепт — по уходу за кожей лица. Мы берем пол чайной ложки уксуса и 2 чайные ложки воды. Берем ватные диски, 2 штуки, промакиваем. И с помощью уксуса мы по массажным линиям делаем себе очищение. Раз, два, три, 5, 6. Будьте молоды и красивы. С вами была Мари. Записывайтесь на консультации. Раньше я их проводила лично, теперь буду вам записывать свои авторские наработки. Не забывайте, нам сегодня предоставили домашний уксус от шаманская лаборатория «Алхимия». Можете Алгизу Старосвету писать, заказывайте. 200 рублей, пол-литра, это очень недорого.